кроме до определенного угла, шапаться боится меньше. После определенного угла шапаться он уже не боится, потому что он перевернулся. С собой так щуп, трехмерный маршрут. Да, да, да. Одной атаки раз, с зумом. Ой, где-то. С ним много, штук 10. Угу. Понимаете, Саша? Близко. Что? Преодоление водной преграды. Вода! Вода, она глубокая. Вода глубокая. Баба! Залила! Знаем, что. Или очередное землетрясение. Старый город Рада, древний вернее, то, что от него осталось, восстановленный, конечно, вот старин, но кое-что оригинальное. Возвращаемся к дырке в заборе, садимся в машину и едем дальше. Мы поднялись на смотровую площадку, очень красивые виды отсюда. Района Рада. Вот такой спуск с Тацпида. Только для крутых машин подъем. Не знаю, ли видно крутизна, но здесь очень хорошо. Много карточек. На Хальцелин, пожалуйста. Красота. Здесь немножко воды. Очень красивые места. Напоминает Гавайи Пэрэдайс.